Друзья, всем привет! Наконец-то настал тот день, когда Артобстрел решил вам рассказать немножечко про печатную графику, про то, насколько она разнообразная. Для художников это будет полезно услышать, чтобы кинуть свой глаз на медиум печатной графики, потому что это очень интересная творческая техника и очень разнообразная. И можно выражать свои гениальные мысли не только с помощью холстика и маслица. Ну и также это будет интересно простым зрителям, которые кроме холста и масла ничего не знают. Оказывается, есть еще печатная графика. И также для тех, кто хочет начать собирать современное искусство, но думает, что это очень дорого, потому что холстик и маслица — это очень дорого, а все остальное — это непонятно что. А печатная графика — это достаточно бюджетный вариант. Практически всегда, если это только не какой-то серьезный автор, который уже умер. И то я видел в Париже Матисса за 300 евро. Соответственно, это бюджетный вклад в искусство, и можно начать собирать коллекцию графики тиражной. Я нахожусь вместе с прекрасным Ильчином. В электрозаводе находится принт-мафия, а в принт-мафии находится онлайн-галерея формат 1. И я вам расскажу про нее, про галерею и про печатную графику. Скажи, что такое онлайн-галерея формат 1? Вот какой ее индивидуальный подход? Онлайн-галерея и издательство формат 1 занимается совместным с художником изданием тиражной графики. Что это значит? Когда мы работаем с тем или иным художником, мы вместе с ним выбираем технику для печати, выбираем изображение, создаем новое изображение конкретно для этой тиражной техники. И производим в основном в студии «Принтмафия», если речь идет о шелкографии, или в студии «Артлито», если речь идет о литографии, ну или в каких-то других тоже производственных печатных студиях, где практикуют другие методы печати, отличные от шелкографии и литографии. Это всегда совместная работа художника, издателя и печатника, потому что иногда печатник может вообще выступить соавтором работы. Увидев тот или иной макет, специалист по печати может сказать: это не подходит для шелкографии, но вы можете изменить это вот так, и это подойдет. Или иногда мастер по печати может добавить какой-то элемент, о возможности которого художник мог не догадываться. То есть это прямо такая синергия чистого ремесла и искусства? Да, это синергия ремесла и искусства. Печатник почти всегда выступает соавтором работы в той или иной степени, потому что печатник может предложить сделать несколько разных версий работы в разных цветах или с разной интенсивностью нажатия ракеля на шелкотрафарет, или предложить добавить какие-то интерактивные элементы, которые там реагируют на свет или на тепло. Можно использовать даже на модных этих всех куртках, когда руку прислоняешь к куртке, изменяется цвет ткани, термохроматическая ткань. Точно так же можно сделать и в шелкографии. Можно сделать так, чтобы краска реагировала на температуру. А чем мы занимаемся? Мы издаем и популяризируем тиражную графику, и, собственно, с 2014 года вместе с Женей Бонневерт и с Ильдаром Искаковым мы проводили принт-маркет «Вкус бумаги», где собирали всех энтузиастов ручной печати. То есть вы те самые, кто это все и, собственно, сотворил? Ну, не сотворил, нет. Это было сотворено достаточно давно. Это было сделано... Ну, печатные техники появились давно, но мы хотели их вернуть и поднять, потому что между советской очень хорошей школой ручной печатной графики и с тем, как она развивается сейчас, был очень большой такой пробел, яма, когда развалился Советский Союз, многие мастерские закрылись, и интерес, собственно, к печатной графике был, ну, временно утрачен. И мы решили его вернуть, потому что это действительно самый демократичный вид искусства. Он позволяет и начать коллекционирование, и войти вообще в мир коллекционирования за небольшие деньги. А с другой стороны, он позволяет художникам сделать свои работы доступными, например, более широким слоям населения. Например, вот у Алексея Луки его ассамбляжи стоят там от нескольких тысяч евро и выше,
Его принты стоят от 15 тысяч рублей. И это его инициатива ограничивать их верхнюю стоимость, потому что это другой пласт коллекционеров. Для художников тиражная графика является способом расширить свою аудиторию в том числе, потому что когда кто-то не может себе позволить взять холст, написанный этим автором, но очень хочет иметь его в своей коллекции. И как раз тиражная работа может здесь выступить хорошим компромиссом, потому что она настолько же оригинальна и настолько же подписана художником, как и любая другая его работа. Это полноценное искусство, это не какая-то там копия или еще что-то. Я начну, наверное, с того, что подтолкнуло меня к коллекционированию и к изданию именно тиражной графики печатной. Покажу вам свои первые два приобретения, которые поразили меня и заставили погрузиться в этот удивительный мир эстампа, которым иногда называют также тиражную графику. Это работа японского художника Айо. Работа 1974 года, и я взял ее и еще ей в пару другую работу. Я приобрел их в музее Луизиана, это музей современного искусства в Копенгагене. Здесь интересный сюжет. Девушка познакомилась, гуляя в горах Токио, с инопланетным, скажем так, гостем. Они отлично провели время, и вторая работа из этой же серии, она переносит нас буквально на несколько минут или, может быть, даже дней вперед, где девушка уже приобрела лицо, а пришелец, он купается в деревянной бочке. Здесь вы можете обратить внимание на фантастическую яркость цветов. С 1974 года они абсолютно не выцвели. И фантастическую мастурбацию. И фантастическую мастурбацию. Она даже прикусывает плечико. Ей настолько хорошо, что она провернула этот комбо с пришельцем. Начав с этой работы, приобретя ее в свою коллекцию, я решил, что надо издавать и печатать эти работы с местными художниками, с российскими художниками, с моими коллегами по граффити и просто с современными художниками, чем, собственно, я и занялся. То есть получается, что ты начал коллекционировать и попутно понял, что надо это еще и начать печатать и реализовывать. Да, ну не то, что я коллекционирую, я решил начать печатать, потому что это уже было сделано, а в аналогичных техниках начать производить тиражную графику и популяризировать ее. А расскажи вообще, какие виды печатной графики существуют? Их же вообще миллиард. Да, видов печатной графики очень много, но если говорить обобщенно, то я бы разделил их, наверное, на 4 таких больших вида. Хотя, конечно, специалисты скажут, что там их на самом деле 3 или, может быть, 18, но я пройдусь по верхам. Типа высокая, высокая низкая. Высокая печать, не низкая, она называется глубокая печать. Но если хочешь, ты можешь называть ее низкой. Так, высокая, глубокая, плоская и трафаретная печать. И я попробую продемонстрировать вам примеры отпечатков, сделанные как раз в этих техниках. Начнем, наверное, с высокой печати. Это работа Германа Гера Икс, тоже художник с граффити-бэкграундом. Здесь можно заметить определенный рельеф. Рельеф, причем, есть как вот в этой бесцветной части, так и в основном изображении. Итак, что такое высокая печать? Высокая печать – это когда печатная форма отступает от самой поверхности основной. Например, если это дерево, то это ксилография. Там вырезаются те места, где нет печати, и остаются торчать те места, где печать есть. Краска на высоких. Краска на высоком рельефе. Краска на высоком рельефе, и пробельная часть не является печатной. И к этим техникам относятся как линогравюра, например. Вот одна из работ, к сожалению, безымянного художника, это советские времена. А это советский принт, да? Да, это советский принт, это мы его приобрели, но, к сожалению, не сказали, что это за художник. Здесь изображено
спортивное мероприятие, где девушки и молодые люди развлекаются со спортивными снарядами. А в линогравюре основой для печати и, собственно, печатной формой выступает как раз линолеум. Гомогенный. Гомогенный линолеум. А ты подкован в этом. Так вот, линогравюра была изобретена в начале 19 века. И изобретена она была не потому, что кто-то искренне возлюбил линолеум, а потому что немецкая арт-группа Брюке... Брюке. Брюке, как брюки, только в переводе «мост». Может быть, я неправильно произношу «брюке». А она столкнулась с такой задачей производства очень больших плакатов, которые они хотели расклеивать по городу. На тот момент популярной техникой была ксилография для такого производства. Но ксилография — это высокая печать с дерева. И, к сожалению, дерево такого размера, какого они хотели напечатать плакаты, и обладающее вот этим свойством гомогенности, о котором ты упомянул, такого дерева было не найти. И ребята решили использовать линолеум и произвели очень большие такие печатные формы и, собственно, расклеивали эти плакаты по городу. Линогравюра — это самый демократичный, наверное, из методов высокой печати. Потому что линолеум по своей стоимости недорогой, его можно взять достаточно большой кусок. Перейдем к глубокой печати. В глубокой печати все ровно наоборот. Один из таких ярких представителей глубокой печати — это сухая игла. Здесь можно посмотреть на работу, выполненную в этой технике. Это Ирина Маковеева. В чем суть сухой иглы? На металлической пластинке или иногда на других поверхностях, но в классическом виде на пластинке из металла, выцарапывается изображение. И именно эти бороздки, которые были выцарапаны специальной иглой, являются печатным элементом. То есть пробельные элементы в данной ситуации – это сама поверхность, где не было выцарапывания, а в глубоких этих бороздках остается краска, и потом через пресс она переносится на бумагу. То есть как бы наиболее классическое понимание, что ты, условно говоря, рисуешь, да, этой иглой, это же и печатается. Да, ну если совсем упрощенно, то да. Но даже внутри глубокой печати существует множество методов. Один из самых сложных – это мецетинта. В мире существует не так много людей, которые могут этим заниматься. А в чем фишка? В очень сложной подготовке самой печатной поверхности. Она выцарапывается в нескольких разных направлениях, создавая такие большие плашки, где интенсивность цвета передается за счет количества нанесенных царапин. То есть там передается не само изображение вот прямо напрямую, как в сухой игле, а там очень большая игра со светотенью, и, ну, по сути, это такой метод очень трудоемкий. А кого ты можешь в пример привести? Про мецетинты, ну, Олеся Петрова, например, она занимается этой техникой, среди прочих техник. Не так много мастеров, которые работают с мецетинтом. А Эшер — это мецетинта? Мауриц Эшер? Эшер использовал очень много разных техник. По-моему, литография была одной из его любимых, но и техники глубокой печати он тоже использовал. Литография это плоская печать, до нее мы еще не дошли. Но, собственно, про глубокую печать существует множество ее разновидностей, и с появлением новых материалов, новых полимеров художники часто переходят с металла на другие носители. Это и какой-то специальный пластик, на котором тоже происходит нанесение изображения иглой. А есть ли такая тема, что, ну, типа, новый пластик — это все фигня бездушная, вот металл — это old school, это true, и поэтому только мы на металле рисуем, а этот ваш пластик — это все херня? Ну, среди прогрессивной части современных художников такого не существует. На самом деле... Только среди регрессивной. Наверное, да. Ну, не то, что среди регрессивной, среди хранителей исторических традиций. Традиции! Но дело в том, что если быть совсем хранителем, то там использовались химикаты, которые достаточно негативно влияли на здоровье человека. И сейчас эти химикаты, насколько мне известно, уже в широкой практике не используются, но если уж быть полным последователем, то нужно тогда и химикаты эти использовать. Итак, мы обсудили с вами высокую печать, где печатные формы выступают от основной поверхности. Обсудили глубокую печать, где наоборот эти печатные выцарапанные или каким-то другим образом созданные формы углублены в основную поверхность.
Есть еще плоская печать. Одна из моих любимых – это, например, литография. В своем классическом виде литография представляет собой печать известняковой плиты. Известняковая плита многоразовая, ее можно отшлифовать после того, как на нее было нанесено то или иное изображение. У профессионалов она называется доска, а не плита, несмотря на то, что она сделана из известняка. На этой известняковой плите художник напрямую рисует изображение специальными чернилами. После этого плита протравливается щелочным раствором и делает те места, где было изображение, адгезивными, то есть к ним приклеивается краска, а другие места делает неадгезивными. И затем на эту подготовленную плиту, которая превратилась в печатную форму, накатывается уже печатная краска. Это не та краска, которую художник рисует на этой плите. После типографская, чего, собственно, да? Ну, специально литографская. А, литографская именно краска. Да. И после этого происходит, на эту плиту накладывается лист бумаги, и она прокатывается через достаточно тяжелый пресс, потому что в литографии требуется высокое давление. На самом деле, во многих методах печати требуется очень сильный уровень давления, от него зависит и качество переноса изображения, и некоторые методы также подразумевают небольшое воздействие с водой перед тем, как положить лист на камень. А для чего? Чтобы бумага чуть лучше принимала краску. Ну, это совсем просто. У тебя тут есть литография? Да, здесь есть несколько примеров литографии. Это работа художника Глаз, это его псевдоним, и работа... Глаз? Глаз. Это граффити-художник, и работа называется... А, ну, собственно, глаз. Да. Работа называется «Аэрозольный укол». А здесь велосипедист, прокатаясь по городу, делает инъекцию, но инъекция – это не запрещенных веществ, а граффити. А разрешенных. Потому что, видишь, даже на шприце – это кэп от баллона. И говоря об этой работе, интересно заметить, что она существует в нескольких вариантах. Например, видите... Это один и тот же тираж, но некоторые отпечатки в тираже доработаны вручную. То есть все черное – это литография, все цветные элементы – это уже доработка каждого тиража. Да, кастом в печатной графике, в печатной культуре это называют each unique, когда каждый отпечаток в тираже немножко отличается от другого. Вот, это если говорить про плоскую печать. Также вот еще один пример, кстати, литографии, выполненный художником Германом Икс, это тот же автор, что и вот эта работа. Гера работает и с уличными медиумами, и с татуировкой, и в татуировке он использует технику dotwork, и вот эта работа как раз выполнена в этой технике, потому что вы видите эти небольшие точечки, которыми все это создано, и если в работе глаза... На плиту наносится, собственно, только черное, то здесь, наоборот, он тоже наносил черное, но это черное стало фоном. То есть все, что белое, это то, что осталось. Это нетипичный для литографии подход. То есть как бы контрформой рисовал. Да, контрформой. И сама работа – это отсылка к так называемым ловцам снов. Висюльки, которые вешают перед входом в дом, чтобы отогнать злых духов. Ну и здесь это такая... Висюлька на наш современный манер. Здесь есть и дубинка, и голова от куклы, и арматура. В общем, такая интерпретация. Бэч. Да, кулон с элегантной надписью. Все это здесь присутствует в большом количестве. Это примеры одноцветной литографии, но при этом литография может быть и многоцветной. Просто для каждого цвета создается отдельная так называемая доска. Вот то есть отдельная плита под отдельный цвет? Отдельная плита под отдельный цвет – это один из методов. Но есть и другой метод, когда на одной плите наносится краска разных цветов на те или иные зоны этой плиты. И тогда так тоже можно делать. Это такой более advanced метод. Литография позволяет передавать штрихи, которые легко перепутать там, с карандашным рисунком. То есть очень сила нажатия и различные инструменты, которыми наносится это изображение изначально на доску. Это может быть и перо, это может быть специальный литографский карандаш. Некоторые используют спрей. Спрей, состоящий из литографской краски. Так, например, с Герой мы делали на одной из предыдущих работ, которая называется «Только уличные драки». И мы ее покажем. И мы ее показываем вот прямо сейчас. Здесь изображены два лебедя, которые
находятся в нетипичном для них состоянии, не то что нетипичном, а том, о котором ни автор, ни я, например, ранее не знал, что лебеди на самом деле очень дрочливые животные, и вот на этой работе изображен момент драки двух лебедей, которую Герман, собственно, увидел и решил запечатлеть. Угу. Вот, и называется она «Только уличные драки». Здесь как раз можно увидеть то, как техника литографии позволяет работать с нажатием. И вообще кажется, что это карандашный рисунок, угу, или карандашный, сделанный с какими-то другими техниками. Но на самом деле эта литография, вот, она позволяет как раз передавать такие тонкие нюансы. Четвертый вид печати, это, ты говорил, трафаретная печать. Да, тот, о котором я хотел бы рассказать, это, собственно, трафаретная печать, это шелкография, где каждый из цветов изображения наносится через специально подготовленный трафарет. Шелк? Ну, не шелк, но изначально использовался для трафаретов шелк. Даже все, когда говоришь шелкография, все сразу про шелк вспоминают. Да, но эта шелкография — это не печать на шелке, как мы с тобой знаем, это трафаретная печать. Когда-то для производства печатных трафаретов, как раз для шелкографии, использовался именно шелк. А сейчас для них используется специальная полимерная пленка, и каждый цвет, собственно, это отдельный трафарет. На эту пленку наносится эмульсия, специальная фотоэмульсия, затем туда прикладывается изображение на пленке, на прозрачной пленке уже само изображение. И происходит засветка ультрафиолетовым излучением, угу, после чего фотоэмульсия на тех местах, где нет изображения, застывает, угу, а на тех местах, где было изображение, фотоэмульсия, соответственно, смывается, и тем самым это превращается в трафарет. По сути, это большое сито, угу, с очень-очень-очень-очень-очень мелкими дырочками, часть которого закрыта затвердевшей фотоэмульсией, а та часть, которая является, собственно, печатной, сам трафарет, угу, она открыта. И через эти малюсенькие дырочки краска продавливается на бумагу. А сколько может быть слоев? В шелкографии? Да. Не знаю, ограничений нет. Угу. Я слышал про работы, в которых там 100 цветов. А шелкография, как и другие печатные техники, может использоваться не только для создания тиражной работы, но и для производства уникальной работы в единственном экземпляре из множества печатных форм. А вот один из примеров – это работа Николая Куняева. Здесь все, что вы видите, это отдельные печатные формы, отдельные шелкотрафареты. Угу. И он, комбинируя их, создает каждый раз уникальные работы. Это же относится и к другим техникам печати, и к глубокой, и к высокой, и к плоской печати. Один из самых интересных, на мой взгляд, примеров, одна из моих любимых современных художниц, это Людмила Крутикова. Вы можете обратить внимание на ее работы. Она делает только уникальные работы, и количество слоев, которое нанесено на ту или иную работу, может достигать там и 50, и она может не останавливаться в процессе работы над тем или иным изображением, добавляя туда все новые и новые печатные формы, как единый на весь лист, так и состоящие из отдельных кусочков. И каждый раз тем самым создавая уникальные работы. То есть, по сути, она использует печатные техники как живопись. Прикольно. Я вот вообще об этом не знал, что это же тиражная методика может быть использована только для одной единственной работы. Вот это прям для меня открытие. Да, и вот есть еще одна художница, которая тоже мне очень нравится, и с которой мы работаем, это Ира Клычникова. Она также использует или на гравюру, и другие методы высокой печати для создания уникальных работ. То есть каждая форма, которую вы видите на этих работах, это отдельный кусок линолеума или пластика, или картона, или других печатных форм, которые она использует. И она пишет имя своей работы, тоже избегая тиражирования, угу, создавая уникат, создавая уникальную работу. Круто. Вот. Слушай, а вот эти все истории, это все одна бумага используется определенная, или это могут быть разные бумаги? Потому что я смотрю, у тебя где-то ровные листы, где-то вот помятые немножко. Бумага для тиражной графики различается как по цвету и граммовке, так и по составу. Мы предпочитаем работать с хлопковой бумагой, потому что она живет дольше. Если, например, целлюлозная бумага может лет через 100-150 рассыпаться, или, например, своим внукам коллекция, которую ты оставишь, если она вся была на целлюлозе, они ее уже... В прах? Ну, она может рассыпаться в прах. Вот я привожу такой пример. Вот твой внук познакомился с прекрасной девчонкой.
позвал ее домой показать коллекцию своей графики. И вот они пришли, а там уже ничего нет, все рассыпалось. Если бы он собирал графику на хлопковой бумаге, то девушка была бы впечатлена, и она бы ее увидела, и тогда бы у тебя появились правнуки. А так, знаешь, это может и не сработать, вот если то только целлюлоза. Рот может прерваться просто даже из-за того, что на целлюлозе печатаешь. От состава бумаги может зависеть даже целый рот. Бумага, которую люблю использовать я, это итальянская хлопковая бумага. Фабриано, Маньяни, это фабрики, которые делают эту бумагу с 1400 какого-то года, не буду врать. Вот видите, сзади вы можете увидеть такую рельефную печать с логотипом этой фабрики. А в этой бумаге бывает 50% хлопка, бывает 100% хлопка, но в любом случае, чем больше хлопка, тем... Тем круче. Тем больше тем, правнуков. Тем больше правнуков. Вы можете обратить внимание на края работы. По-английски этот термин называется «deckled edge». По-русски не знаю, как правильно перевести, он очень похож на то, что она рваная, но на самом деле это особенность ручного литья бумаги в бамбуковых или деревянных формах. И есть, ну, часть этих краев оторвана вручную, имитируя этот вот deckled edge, а часть является действительно этим краем, который демонстрирует особенность ручного производства, ручного характера производства этой бумаги. Граммовка тоже играет роль, и на самом деле для разных техник подходит разная бумага, то есть производители такие как Фабриано, Арчес и другие компании, работающие именно с художественной бумагой, они часто делают бумагу конкретно для того или иного метода печати. А, то есть прям отдельная бумага для отдельного метода, да? Да, отдельная бумага для отдельного метода, или, например, вот эта бумага подходит хорошо для сухой иглы и для мецетинта, а эта бумага больше подходит для шелкографии, для цифровой печати, потому что цифровую печать тоже никто не отменял. У бумаги может быть помимо плотности, цвета и состава такая характеристика, как рыхлость и гладкость. Мы можем на некоторой бумаге видеть вот такой рельеф на поверхности самой бумаги. Ну, она достаточно, как акварель, достаточно рельефна. А, например, вот на этой бумаге, которая тоже состоит из хлопка, этот рельеф уже менее выражен. Кстати, отдельно скажу про эту работу. Это один из примеров ручной доработки тиража. Все, что вы видите вот в этих зонах с таким как будто бы напылением, это и есть граффити-напыление. То есть мы сначала была напечатана шелкография, и затем каждый экземпляр, то есть на каждом из экземпляров вот эта вот, вот эта фактура, она разная. Это добавляет такого чувства, что каждая работа оригинальна. И если говорить о ручной доработке и вообще о том, что в тираже каждая работа может быть на самом деле уникальной, а не одинаковой, вот один из примеров – это работа граффити-команды «Зачем?». Здесь перед тем, как наносить шелкографию, которая здесь, собственно, черная, все листы были заранее подготовлены спреевой краской, и каждый из них в тираже отличается. И у этой работы есть еще один секрет. Если взять 4 работы с одним и тем же номером и сложить их рядом, то фон у этих работ будет единым, образуя такой квадриптих. Шелкография и другие техники тиражной графики могут являться лишь началом какого-то художественного проекта или его частью, и работы часто могут выходить за границы самого листа. Вот пример художника Дуга. Здесь вы можете видеть, это шелкография белым цветом на черной бумаге, тонированной в массе, тоже хлопковой. Здесь вы можете видеть, что здесь 21 эскиз уличных работ, и тираж тоже 21. И если вы, например, приобретаете себе 11 из этих работ, то есть вот посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, то тот, кто ее приобретает, ее счастливый обладатель, получает также фотографию этой же работы, сделанные на улице, и вы не будете знать заранее, какие там цвета и что там произошло, и также получает набор кэпов, которыми была сделана именно эта работа. Да? Таким образом, она немного выходит за границы своего изначального носителя, и появляется такой какой-то и интерактивный элемент, и элемент сюрприза, потому что покупатель не знает, в каких цветах была сделана, был сделан тот или иной граффити-рисунок. Стоит также сказать, что к
квадрат или прямоугольник — это далеко не единственная форма, на которой можно делать тиражную графику. Это великий русский художник Дмитрий Аскье. Великий русский художник Дмитрий Аскье. Здесь сделали круглый форм-фактор. И почему нет? Он может быть и треугольным. Почему нет? Почему нет, если мы можем? Больше всего работ, представленных у нас в галерее, это работы, выполненные в технике шелкографии. И внутри шелкографии тоже есть несколько типов и методов печати и подготовки изображения. Один вариант – это когда все изображения, все цвета и, соответственно, все трафареты, которые для них готовятся, они так называемые сплошные плашки. То есть это когда цвет полностью… Плоский. Цвет плоский, он однородный. И, кстати, еще одна особенность шелкографии, недоступная во многих других методах печати, это особенные добавки, которые добавляют. Золотишко. Например, вот здесь это золотишко. Собственно, эту работу можно как блинк повесить себе на шею и выступать на рэп-концерте. Это работа Дмитрия Пантюшина. Здесь золото, оно в конце концов приятно переливается. Вот это пример плашечной работы. Но шелкография позволяет также делать и работы с растрированием, то есть с переходом цветов. Это вот работа Алексея Луки. Здесь вы можете заметить, что это... Нетипичная работа Алексея Луки, да. Она достаточно, ну, для него, по сути, уникальна. Это один из его коллажей, который, собственно, был перенесен в формат шелкографии. И здесь можно увидеть, что это, ну, по сути, частично фотография с растровым вот таким переходом, а частично тоже плашечные работы. Шелкографией также можно печатать фотоработы. Вот это шестицветная шелкография. Шестицветная, хотя, казалось бы, черно-белая фотография. Можно было бы напечатать ее одним цветом, но для того, чтобы передать всю задумку автора, здесь было использовано целых 6 разных цветов. Ну, наверное, 6 тонов было бы правильнее сказать. Или все-таки это именно... отдельные цвета. Они мешаются. Отдельные цвета. То, про что говоришь ты, когда используются отдельные тона, это я сейчас тоже покажу. Два примера того, как шелкография работает с фотопринтами. Это одноцветная фотография. И это, это одноцветный шелкографический принт Эльдара Искакова. И он напечатан, собственно, одним цветом, с черно-белой фотографией. А вот эта фотография, она напечатана 6 цветами. В чем прикол? Ну, прикол в том, что здесь, видишь... В зерне, что ли? Здесь ты передаешь цвета растрированием, его интенсивностью, да, там, это один цвет. Здесь использованы другие цвета, они, ну, то есть используются разные оттенки серого, в зависимости от задач художника, в зависимости от того, что думает печатник, который всегда является соавтором художника. А что думает печатник? Сказать. Печатник думает, что здесь нужно использовать 6 цветов, и он их использует. Вообще, хотелось бы отдельно отметить, что вопреки распространенному заблуждению, что тиражная графика – это копия чего-то, что уже было, в идеальном мире она таковой не является. И художник создает работу специально для той или иной техники, учитывая ее особенности, учитывая то, для чего подходит эта техника и как можно с ней работать. И очень часто художники, столкнувшиеся с техниками ручной печати, открывают их для себя как новый медиум, и они делают там то, чего они не делали на холстах, чего они не делали на улице, или чего они не делали, рисуя работы, не знаю, углем на бумаге. Потому что техника может дать им дополнительные выразительные инструменты, там, если в литографии это фактуры. Если мецетинта, это невероятная глубина черного цвета и его оттенков. Поэтому для художников тиражная графика не должна быть лишь способом повторить что-то, что они уже сделали, а скорее становиться каким-то новым инструментом в их пакете художественных практик. Потому что они смогут создавать что-то новое. И многие делают, например, отдельные проекты, посвященные именно шелкографии или именно сухой игле, или каким-то другим техникам, потому что это отдельное направление их работы, это может быть целым отдельным проектом. Один из таких примеров – это работа Андрея Касая, где вы можете увидеть голубя, который подпирает стул, и эта работа была сделана во множестве вариаций. Там иногда голубь выступает одной из ножек стула, иногда стул выступает одной из ножек голубя.
то есть вместо одной из ног голубя сделан стул. И когда он презентовал этот проект, он сам был в костюме голубя, очень большого голубя, стоял в центре комнаты, которая была, собственно, вся комната, все стены этой комнаты были покрыты разными комбинациями голубя, стула и других объектов. Слушай, вот эти все методы печати у нас на бумаге, а есть ли какие-то методы печати, которые можно не на бумагу нанести, а на что-то другое? Есть. И даже... Совсем так. Есть. И даже не все те методы, о которых мы говорили, только для бумаги. Например, ксилография, то есть печать с рельефной деревянной формы, она используется для производства текстиля. Да, и вот это. То есть деревянные печатные формы, вот в Индии это очень распространено, и в азиатских странах все те прекрасные цветастые полотна, зачастую многоцветные, они делаются из маленьких деревянных вырезанных печатных форм, которыми просто специально обученные люди профессионально наносят их с определенным ритмом на текстильное полотно. Ну а шелкография, наверное, самый универсальный метод. Им печатают на скейтах, на текстиле, на стенах. То есть экспликации, например... Для... А на людях печатают? И на людях можно печатать шелкографию, да. Да, шелкографию можно печатать на людях, очень даже. Мы тоже практикуем использование не только бумаги как медиумов. Вот один из примеров – это работа Алексея Луки. Она сделана на фанере. Это тоже шелкография. И вы можете обратить внимание, что у нее есть отдельный выступающий элемент. То есть помимо... печати, здесь также добавлен и элемент ассамбляжа, которым, собственно, Алексей, который Алексей использует в своей практике художественной повседневной, он регулярно делает деревянные ассамбляжи. И здесь как раз вот пример комбинации шелкографии и ассамбляжа. Последний вопрос. Каким образом ты отбираешь художников? Ну, понятно, что это всегда что-то личное, естественно, каждый галерист, он выбирает то, что ему по вкусу, но все равно какой-то критерий, вот можешь обозвать его? Ты назвал этот критерий, это вкусовщина, на 100%. Я хочу издавать то, что мне нравится, и буду это делать. Ну что ж, спасибо тебе за такой экскурс в историю, в тираж. Мы вышли в тираж. Мы вышли в тираж, да. Я много чего узнал. Вот. Спасибо тебе. Спасибо тебе. За все. Покупайте тиражную графику и потихоньку. Мы находимся в мастерской шелкографии «Принт Мафия». Это босс Ильдар. Он сейчас нам будет рассказывать про печатную технику шелкографии, ну и вообще про это прекрасное место. Привет. Здравствуй. Я Ильдар. Я Колян. Спасибо, что пришел. Спасибо, что открыл дверь. Я вот когда сюда пришел, я не знал, что, оказывается, этот балахон прекрасного художника Валиахмеда Попова напечатан здесь. Да, 3 года назад, я даже, может, 4 даже, я удивлен, что так отлично сохранилась все, печать. Четко. И мне даже нравится, когда я встречаю какие-то старые такие свои вещи. Да и принт классный. Условно говоря, может с улицы прийти человек и сказать, вот, я хочу у вас напечататься, или это все равно какой-то отбор? Не, любой может написать. Если у нас будет время, вот, мы можем сделать это быстро. Если нет, то придется подождать чуть-чуть. Вот то есть, видите, друзья, вот можно просто прийти, вот именно ты можешь прийти сюда и сделать все, что нужно. Слушай, ну раз уж я здесь, может быть, попробуем дропнуть первый раз в жизни тиражную графику Николая Рындина? Да, можно попробовать это сделать. А ты художник? Я художник. Да, не, ну, на самом деле мы уже, естественно, подготовились к этому ролику, выбрали одну картинку. Ведь скоро Рождество, а нам, естественно, помимо того, что
мы напечатаем тираж Николая Рындина, мы разыграем несколько принтов, ну и в конце ролика расскажем вам условия. Ну и параллельно еще буду показывать нашу студию. Процесс. Фотографическую мастерскую, производство, вот, всю эту пыль и краску, которая нас окружает. Но тут пахнет так сурово немножко. Ну да. Вот. А это на годах жизни это сказывается? Посмотрим. Поживем, увидим, так сказать. Или доживем. Или доживем, увидим. Шелкография вообще первое, с чего начинается, это с фотовывода. Uh-huh. Вот. Если мы имеем диджитал картинку какую-то уже нарисованную где-то, там в графическом редакторе, то, соответственно, мы ее можем распечатать на пленке. Uh-huh. Вот. Если, это не пищевая пленка? Не пищевая, это принтерная пленка. То есть это прям специализированное для этого процесса, да? Да, ну фотовывод. Угу. Первое, вот грубо говоря, вот это, угу. У тебя одноцветное изображение, каждый цвет в шелкографии печатается отдельно, соответственно, сколько цветов, столько и пленок. Угу. У нас одна. У нас одна, угу, пленка, и ее нужно перевести на рамку, угу, и в последующем с помощью нехитрых манипуляций превратить эту рамку в матрицу, угу, в трафарет, в печатную матрицу, в трафарет, ну и как бы, соответственно, печатать. Это, угу, уже мы пойдем в другую комнату и там засветим. Сколько на твоей памяти самое большое количество пленок вы делали? Ну вот для бумаги я печатал, не помню, 12 или 13 цветный принт. Это, наверное, максимум, который был у меня. Вот мы распечатали, и теперь мы должны ее перевести на матрицу, на рамку. Давай переведем ее на матрицу. Да. Показать? Покажи. Ну, окей, пойдем. Все, погнали. Так, ну это рамка с нанесенной эмульсией. Пока она не является матрицей или трафаретом печатным, вот, пока мы не перенесем на нее вот фотовывод. То есть она как сито получается, правильно? Да, сито с нанесенной эмульсией, угу, фоточувствительной. Угу. Сейчас будем переносить и делать из нее печатную матрицу. Огонь? Вот, давай погнали. Сделаем это. Огонь и свет. Так, вот так мы прислоняем сюда. Вот, эта штука называется экспонирующее устройство. Копировальная рама, вот именно, если разговаривать терминами. Вот, сначала нам нужно рамку прижать с помощью вакуума. С помощью вакуума? Да, да, да. Вот. Сейчас так вакуум включается. Вот. Все раздолбанное, но работает. Ну, главное, чтобы работало, да? Да. И вот нам нужно сейчас подождать, пока воздух высосется, и рамка, фотовывод прижмется плотно к рамке, угу, чтобы лишний свет не проходил. Вот. Но это как бы по технологии нужно сделать так. Вообще, как бы, если кто-то начинающий и нету там оборудования, любой там может сделать это на коленке, прижав там, не знаю, стеклом, камнем, чем угодно, и там засветить на солнце. Угу. Короче, это уже тоже другая история. То есть сейчас будет еще лампа вот эта? Да, сейчас нам нужно будет включить лампу. Половину воздуха ушло. Вот, сейчас лампа разогреется, дойдет до нужного мощности света, uh-huh, и мы перевернем раму, uh-huh, и в течение там одной минуты будет засвечиваться эмульсия. А она светит туда или как она должна светить? Она будет светить вот сюда. А, вот. То есть она вот в ту щель светит? Нет, я говорю, перевернем. А, мы это перевернем, поднимается, да. Все, я понял. Да. Пока можно свет вот этот выключить. Да, я осознал, да. Вот, и подождем чуть-чуть. Где-то еще 24 секунды, 22. Ждем. А вот эта вся хуйня будет видна, да, вот этот, блядь, скотч вот этот. Конечно. Блядь. Окей. Это кухня, да? Здесь это трэш, да? Да, так это же прекрасно. Ну просто, ну нет, это прекрасно для тебя, но
Для меня, когда я смотрю там видео каких-то там студий, тоже я такой, Ну, зато вы приближены к реалиям художников. Да. Бедных. Бедных художников. Да, бедных. Идейных. Хочется, да, хочется быть богатым художником. Знаешь, как говорил Пикассо? Да. Я хочу жить как бедный человек с деньгами. А, ну, кстати, тоже верно. Послушай, Пикассо. А, что-то мы заговорились, блин. Так. Заболтал ты, походу, дело меня. 60, блин, ну ладно, надеюсь, мы просветим, короче. Ну да, и вот свет проходит сквозь эмульсию, сквозь фотовывод. И там, где черное было, где напечатано, там фотоэмульсия становится чувствительна к воде и вымывается водой. А там, где свет прошел насквозь эмульсию, эмульсия становится нечувствительна к воде, и она остается. И при взаимодействии с водой мы получим трафарет, матрицу. А что может пойти не так в процессе? Ну, бывает... Например, свет выключится. Да-да. Нет, свет выключается автоматически. А. Нормально, у нас время засветки закончилось. Угу. А, просто ты вот меня уболтал, и я не вовремя перевернул. А у экспонирования должно быть определенное время. А, то есть вот. Он мог там на несколько секунд быть меньше? Да, и... на несколько секунд меньше, и, соответственно, эмульсия будет не такая, как бы не так классно смоется, как могла бы смыться. То есть... Сейчас попробуем. Посмотрим. Я, как бы, у меня все равно все тут. Я виноват. Да? Не, ну посмотрим, виноват ты или я. Вот, и сейчас мы переходим на смывку. Вот. Нужно каждую точку проглядеть, все ли с ней в порядке, все ли промылось, вот, и пошуметь, чуть-чуть пошумим. Пошумим, блядь. И вот теперь нужно посмотреть каждую точку. Иначе можно очень сильно обломаться, когда уже краска будет нанесена. Чуть не давишь, не давишь. Это мы потом, у нас будет ретушь. Это другой, а, еще и ретушь. Да, другая. Мы высушим и будем потом ретушировать вот эти все изъяны, вот эти все лишние точечки, пылинки. Нужно будет убирать. Все, теперь сушим? Да. Но пока сушится, можно пойти и приклеить фотовывод. Сделать расположение. Сейчас ты режешь ножницы. Я тебе подготавливаю фотовывод, чтобы ты поучаствовал в процессе. Единственный раз, кроме как болтать и скидывать картинки. Ты должен приклеить, ну, расположить, отцентровать свою работу, фотовывод на листе. Угу. Типа как должно быть, да? Да, да, да. Давай, ладно, я тебе помогу. Спасибо большое. И по нему мы будем ориентироваться, как бы, да? Да, да, уже матрицу ставить, ориентироваться. То есть у нас пока сушится, и после того, как высушится, мы уже будем непосредственно печатать. Ну да, уже будем ставить на станок. Плоскопечатный станок. На этом станке мы печатаем бумагу, тиражную графику, и большая часть напечатана на нем. Это ручной станок. Есть еще автоматический станок, вот, но конкретно твою работу будем печатать на ручную. Только как бы true, только аналоговая печать, все руками. А расскажи про краску, которую вы печатаете. В чем ее, чем она отличается от обычных красок? Да это обычные графические краски. На самом деле у московских поставщиков краски можно купить ее. Обычно на бумаге печатают сольвентным, либо водой. Для художников как бы нету границ, можно печатать чем угодно, хоть говном даже. Кровью, черникой, ягодами, короче, всем что, чем угодно. Но мы печатаем краской водной в основном, но бывает еще сольвентом. А сольвент это...
просто краска на растворителе. То есть пигмент обычный, а связующий это... Собственно... Ну да, но обычно сольвентные краски уже готовы с цветами, и уже эти цвета перемешиваются с друг с другом, и получаем пантон. Еще процесс печати тиражной графики состоит в том, что подбор цвет в изображении очень много цветов. Мы подбираем цвета вручную, намешиваем их, делаем такие прикатки. Прикатки цвета, которые уже согласовываем с художником. И мы уже потом печатаем. Вот от этого очень много так разных цветов. То есть это уже заколерованные? Да, это заколерованные. Это уже цвета, которые были в прошлом использованы в печати какой-то работы там, художественной. Вот, например, этой даже. Эльдар, расскажи вообще, сколько денег стоит сделать тираж, там, не знаю, 30 экземпляров работы формата 70x50? Вот художник приходит. Продакшн сколько? Ну, в среднем где-то от 16 тысяч рублей. Это вот полностью без продакшн? Бумаги. Без бумаги. Бумаги. Ну, бумагу нужно выбирать какую. Хлопок, не хлопок, дешевая, там, Фабриано. Ну, допустим, Фабриано. Вот Ильич говорит, что Фабриано это топчик. Ну, да, это топчик. Ну, нужно посмотреть, сколько сейчас оно стоит. Там, 600 рублей, 800 рублей за лист. Ну, рубль, короче. Ну, рубль лист. Может, рублей 600. Там же тоже Фабриано разные есть. Но вот за печать я могу так сказать. Ну, где-то от... Вот 16 тысяч рублей. Но нужно тоже смотреть, что за изображение. Сколько краски. На черной бумаге, не на черной. Сколько, да, заливка краски, какие детали, растрирование, не растрирование. Ну, в среднем где-то вот так. Это вот 30 экземпляров, да? Или это... За 30. За 30. Да. А если человек хочет, например... Одноцветное изображение. Если уже... изображение там от двух или более цветов, там уже рассчитывается на, по формуле. Ну, допустим, раз уж мы печатаем мою работу, сколько это стоит денег? Твою работу, да? Ну, сейчас посмотрим, получится у нас в один слой положить белой краски. Если в два слоя, то эти 16 тысяч увеличится процентов на 30. Насколько сильно цена влияет? Ну, типа, если большой тираж, то цена же типа уменьшается? Или как это устроено? В бумаге не так чуть-чуть устроено. Там нету уменьшения тиража. Там, скорее всего, если меньше цветов, то работа будет стоить там, дешевле. Если больше, то наоборот. То наоборот дороже. Если больше тираж, то, соответственно, у тебя будет фиксированная цена за тираж, и ты ее будешь умножать на количество. Вот, а там нету такого, если я там 1000 штук напечатаю, будет ли у меня бумага. Но это что касается тиражной графики, именно искусства. Бывают художники, которые у вас печатают одну работу? Ну, бывают, присылают такие штуки. Обычно они пропадают, когда видят сумму. То есть кто-то, ну, нам одну, пожалуйста, ну, чтобы как бы там... Я никому не отказываю, я всегда... даю как бы свою цену, за которую мне комфортно это сделать. Вот. Ну и как бы человек уже выбирает, комфортно ему за эту цену делать, либо пошел нахуй. А много людей, которые просят одну? Ну, которые не в теме вообще. Бывает, я не знаю, не могу сказать много, но бывает. Раз в недельку приходят такие сообщения, одно или два. А если у тебя заказать, например, мерч там из 20 экземпляров, вы полностью одежду отдаете? Или просто я видел, что у тебя тут именно печать, а потом это где-то шьется? Как это происходит? Ну, по-разному все. Это все зависит от заказчика. Он может привезти свои изделия. Сразу, да? Да, мы можем ему предоставить свои футболки, с которыми мы работаем. Но мы... Ну, вот сейчас, допустим, вот из тряпочек это все... Ну, это все выглядит. Нам привезли. Это вам отдельно привезли, да, и они отдельно же сами будут шить, да? И они заберут, и уже сошьют, и все, и скажут, все классно. Когда-то я заморачивался с пошивом, такой, о, ребята, давайте я вам сошью. Вот, но сейчас реже это делаю, потому что это другая история. Просто заказывайте отдельно одежду бланковую, и уже на ней печатаете. Ну, да, да. Давай глянем, что там. Высохло, не высохло. Так, ну давай ретушировать. Здесь прям, да? Да, это вот так ретушируется.
ты ее сейчас закрашиваешь вот этой эмульсией, да? Условно? Ну, не совсем это эмульсия, это ретушь. А, это именно ретушь отдельно? Да, да, да. Потом она высохнет, и она станет, ну, забьет дырочку, и не будет видно. Давай перевернем, вот, ну, с этой стороны еще раз посмотрим, а потом перевернем. Да, все, я думаю. Ну давай тогда. Пойдет. Искусство, 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 искусство. Так, теперь мы ее собачим сюда, да? Да. А поверни оранжевую ручку. Вот эту, да, против, да, часовой, да? Да, раскрути как бы. Угу. Вот, теперь двигай. Вот. Вот, вот, вот так. Так. Вот. Ага, и закрути. Да, 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 закрути. И вот это, да, наверное, надо? Да, прижимай. Нужно снять все от прошлых работ. Теперь нужно сделать приладку. Это называется приладка. Теперь мне нужно поставить... Так. Лист так, чтобы сориентировать матрица. А, чтобы так, да, же совпало, да? Да, 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 да. Только нифига не видно, потому что черная бумага, блин. Все, надо было белую бумагу брать. Сейчас ты чем занимаешься? Сейчас поднимаю чуть-чуть. А. Чтобы был... Ну, трафарет, сетка была чуть-чуть на высоте от принта. Вот, ну и все, теперь нужно попасть ниже. Еще, еще, я вижу, да-да-да-да, еще, 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 еще чуть-чуть, стоп, и туда немножко. Все, более-менее, как бы... Ну да, попадает. Более-менее ровно. Ну да, и здесь попадает. Ну вот тут есть какие-то... Расхождение по миллиметрам, но в целом, ну, там пол... нормально. Я еще буду топить, давить вот сюда. Возьмем, будем делать через рычаг, потому что я не дотянусь руками. Ага. Приклеиваем скотч. Это скотч для? Для того, чтобы лишняя краска не вышла. Не испачкала станок. Проблема-то еще в том, что у нас... Практически отклеился фотовывод, но не важно. Но бумагу же мы уже зацентровали. Да, но вот сейчас нужно ее приклеить. Если будет малейший сдвиг, то... То пи***ц. То пи***ц. Вот, теперь будем сейчас пристреливаться по краям. Будем смотреть, посмотри у себя. Со стороны, а я у себя, ну вот как бы смотри, чтобы линия ровная была, вот такой оп-оп, чтобы она не ушла прям совсем там на там, 5 миллиметров куда-то в сторону. Ну вроде норм. Вот, да? Здесь мелкий модуль, здесь мелкий, здесь большой. Ну как бы чтобы край да. От пикселя, от этой точки, чтобы был более-менее как бы ровный. Я бы на самом деле бы сдвинул бы чуть-чуть. Чуть-чуть на миллиметр вот этот угол, да, на меня. Вот сюда, да. Да, да, вот сюда чуть-чуть. Вот. Ну, вот так вроде получится. Все равно это в рамку уйдет. Ну, да. Нормально. Живой процесс. Равняем эту штуку. Давно я этой штукой не печатал. Берем ракель. Это ракель. Ракель? Ракель. Ракель. Вот, смотрим под размер, все попадает. Ставим. Вот так. Оп, оп. И закрутить оп. Надо, да? Да, сейчас я прижму. Вот так. Вот, да, и закручиваю. Угу. А, и ты этой штукой будешь вести, да? Да. Елозить. Сейчас ты его центруешь, да? Да. Сейчас я его центрую. Вот, собственно, все. Теперь нужно помолиться, налить краски
и начать печатать. Сейчас будем печатать? Сейчас будет таинство печати. Мы будем печатать сольвентной краской. Вкусно? Ох, очень хорошо. Вот. Матвей Каев звонит. Подошел бы, рассказал бы, что как. Да? Да, поговори с ним. Я тебе перезвоню. Привет передай. Тебе привет. От Николая Рындина. От Николая Рындина. Знаешь такого? Вот, меня сейчас тут снимают. Да, да. Все, давай, все понял. Пока-пока. Сказал, вы там снимаете, наверное. Он осознал, да? Да, да, да. Матвей, привет тебе большой. Ну вот, насыпаем красочку. Вот, насыпали красочку. Жижа. Жижа, да, подняли. Первую лучше использовать приладку. Смотреть, что как. Используем Кирилла Кто для приладки. Да, подрезанного. Прикоснемся вот. К легенде. К приладочной. А, мы сейчас на ней как бы, да? Да, 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 да. Первый посмотрим еще. Краска проходит, не проходит. Вот. Итак, сначала проведем. И теперь с нажимом. С нажимом проведем. Так, нажим. И смотрим, да? Да. И смотрим. Все нормально. Отлично. А нужно один раз делать проход? Ну, вообще, как бы, сейчас одного достаточно. О, сейчас уже лучше. Лучше, но сейчас все равно не прошла. Сейчас мне нужно пониже опустить. То есть, по сути, ты сейчас калибруешь вот эту всю историю, да? Плотненько так. Чётенько, да, вообще. Так, ну что, все, сейчас еще один листик сделаем. Посмотрим, проходит и уже на тиражных. А это может потом, ну, типа, ну, заценили, что прикольно, и типа это тоже использовать? Ну, можно, как, но... Как это называется? АПшки. АПшки. Вон, видишь, чуть-чуть растеклись тут. Да-да-да, я вижу, да. Да, это потому что я второй раз провел. Угу. Вот, будем один раз, значит, проводить. Вот, ну все, это первая тиражная. У-ху! Вот, потом посмотрим, что, когда высохнет, как она будет. Ну все, тут без остановки, потому что... Краска сохнет, да? Краска, да, она... Сольвентная сохнет. Да, вот уже меньше, да. Не, ну теперь вот нужно где-то. Это приладочные листы взять, прокатать, вычистить. Она просто будет пачкать. Mm-hmm. А следующую нужно вычистить. Обалдеть. Ты ищешь приладочные, да? Приладочные. Вот, на Алексея Луке. Жалко, у нас коллаборация, да? Алексей Лука и Николай Рындин. Псевдоколлаборация. Ракель надо поменять. Маленький ракель, и за счет этого, я думал, влезет. Типа там нажим по бокам другой. Да, да, я думал, влезет, как бы, но ни хрена. В общем, сейчас Ильдар поменяет ракель, помоет раму и сделаем еще раз. Я кладу лист, опускаю, и просто ты с одинаковой скоростью и давлением ведешь. Сильно нажимать? Ну, нажимай, да, я посмотрю, как ты нажимаешь. Нормально вот так? Ну, не супер, вот чуть-чуть расслабь, все, давай, понеслась. Оп, все. И поднимать обратно, да? Или... Поднимать уже вот так чуть-чуть, с красочкой, вот, и веди обратно. Ага. Просто нужно поправлять. Не сильно, его. Да? Просто, да, не без нажима. Ага. Вот, ну, чуть-чуть можно было нажим сделать, чтобы краска. Чтобы краска туда, все. Да, 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 да. Вот. И все. Ну, огонь.
Так, давай я сейчас напечатаю, а ты последний сделаешь штрих. Я буду стоять и мешать. Ты можешь... А, я могу опускать эти штуки. Да. Ты будешь полезен. В какой-то веке. А что за любовь к библейским сюжетам? Ну, это часть нашей культуры. Потом у меня бабушка искусствовед была, занималась древнерусским искусством. Mm-hmm. И тут уж хочешь не хочешь, оно проявится. Ну и вообще мало кто занимается русским наследием и интерпретацией иконописи. Наверное. В современном искусстве. Ну, есть тому причины у некоторых людей. Но в целом, как бы современная интерпретация каких-то старых вещей, я думаю, ничего в этом плохого нету. И даже красиво может выглядеть. Ну, я считаю, что у меня выглядит красиво. Да будет так. Потом у меня, я же изначально двери сверлил, то есть у меня есть вот эта работа, угу. Ворота 2,5 на 2,5, и высверлено это изображение на этих воротах. Угу. То есть прям сверлом, дырочкой. Класс. Вот. И с той стороны свет как бы светит. Ага, вообще круто. Тень такие, тени падают, как в храме через витражи падают. Ну, это нужно специально так свет выставить и снять, чтобы так было. Так, ну это предпоследний лист. Последний лист в этом тираже. Будет твоей рукой, да. Клади его. Нужно тебе прямо от начала до конца самому все сделать. Давай. Если ты обращал внимание, как это происходит. Да. Вот, поставить, да. Поставить. О, прикольно, он прям там плотненько так лежит. Не-не-не-не, смотри. Нужно вот так. Все, видишь, я накосячил. Да, края. Так. Края, вот так. Оп. Все, здесь в края. Да. Есть. Теперь я опускаю. Опускаешь. Ручками. Оп. Аккуратнее, да. Так, теперь. Поправить. Вот. Вот теперь. Все. Ну все, прижимаешь и ведешь. Жжем. Давай. Давай. Стоп, не надо обратно. Оставляешь так. Педалька. И поднимаешь. Нажимаем. Поднимаешь. Снимаешь. И кладешь. Красота. Сам сделал. Ну все, поздравляю. Подписать еще надо. Когда высохнет краска? А когда высохнет краска? Через полчасика. Через полчасика. Ну и хорошо. Друзья, в общем, пока остальные пирожки сохнут, я сейчас подпишу свой последний экземпляр, сделанный моей рукой, но он будет первым в тираже, и именно его мы разыграем совместно с Принтмафией. Для того, чтобы выиграть этот прекрасный шедевр, нужно написать стишок про Принтмафию. Вот, самый классный стишок, по моему личному мнению и мнению Ильдара, получит этот шедевр современного искусства. Здесь изображено Рождество, кстати. Поскольку Рождество уже скоро, собственно, работа будет в тему. И сейчас я подпишу своей рукой аристократичную работу. А камера это заснимет. Спасибо тебе большое за экскурс, за опыт. Очень интересно. И это повод заняться тиражной графикой. Я начну теперь делать работы в тираже специально для того, чтобы делать шелкографию. И, естественно, я буду печатать это здесь, потому что классно. А где еще печатать современное искусство? Вот. Только в Принтмафии, я считаю. Спасибо, что пришел. Спасибо, что побыл. Рассказал про нас. Я тебе показал, как мы это делаем. Чайку попил, попечатал. Чайку попили, да. Все. Вот. Рад был. Увидеть, познакомиться. Спасибо. Вот.
Ну и подписывайтесь, естественно, на наши соцсети, на Инстаграм, на Телеграм-канал. Ставьте лайки. Да, вот. И, в общем, ждите чуда. Пока. Всем мир.